Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить экран на iPhone 5C. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Отщелкиваем. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Присоской не рекомендуем это делать, так как присоской получается отрыв дисплейного модуля из корпуса. Теперь нам необходимо открутить 4 винтика металлической защиты. Открутили. Отсоединяем шлейфа дисплея. Верхнего шлейфа отсоединили. Теперь нам необходимо открутить верхний шлейф со слуховым динамиком. Поднимаем его. Теперь откручиваем остальные винтики металлической защиты. Теперь откручиваем кнопку Home. И вынимаем ее аккуратно, так как мы ее будем устанавливать на новый модуль. Продолжаем дальше откручиваем. Вынимаем металлическую защиту. Отклеиваем верхний шлейф от дисплейного модуля. Отклеили. И снимаем направляющую камеру. Все, неисправный дисплей откладываем в сторону. Теперь будем устанавливать новый дисплей. Все детали, которые мы сняли со старого дисплея, нам необходимо установить их в новый дисплейный модуль. Это металлическая пластина, кнопка Home, верхний шлейф и слуховой динамик. Также это все необходимо прикрутить. Не путайте винтики местами, так как у них разные размеры. Это самое главное правило. Прикручиваем. Теперь устанавливаем кнопку Home. И устанавливаем шлейф кнопки Home. Его необходимо прикрутить на два винтика. Прикручиваем. Все, прикрутили. Теперь нам необходимо установить направляющие фронтальной камеры и верхний шлейф, который мы снимали с нерабочего модуля. Установили. Теперь устанавливаем слуховой динамик и прижимаем все металлической защитой. Теперь нам необходимо прикрутить на два винтика. Прикрутили. Теперь нам необходимо подсоединить дисплейный модуль и верхний шлейф к печатной плате. Подсоединили. Устанавливаем металлическую защиту. Ее также нужно прикрутить на 4 винтика. Прикрутили. Теперь защелкиваем дисплейный модуль. Закручиваем два нижних винтика. И все, мы вам показали, как заменить экран на iPhone 5C. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.